Йога, йога, йогешварая, бхута, бхута, бхутешварая, кала, кала, калешварая, шива, Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Shambho, Shambho, Mahadevaya. Yoga, yoga, yogeshwaraya. Shiva, Shiva, Sarveshwaraya, Shambho, Shambho, Yeah.
Vastavattide hotavattide asyandukanta chesina karmamu chadani padarthamu cherunumi vanta Sethilo amrutamu unnantasepe anadammulanta agadampai poyenadu yavaruraruvanta vastavattide potavattide asayandukanta vanta panchabhutamula tolubammato prapanchamayanata antamuvaraku kinchadasato Penchenu jagamanta Vastavattide potavattide asayandukanta Chesina karmamu chadani padarthamu serunumi vanta Cherunumi Venta. Намаскарам. Намаскарам всем. Что ж, как вы знаете, режим изоляции продлили. По сути, это означает, что мы изолировали себя недостаточно хорошо. Вот почему расширили меры. Иначе, если бы весь мир, все люди на планете действительно были бы в изоляции, 14 дней бы хватило. Но даже если все так сделают, обязательно найдется кто-то несогласный, кто захочет показать, насколько компульсивно он свободен, и будет делать что-то свое. Из-за таких нескольких людей приходится снова и снова продлевать режим изоляции. А если бы все добросовестно исполняли меры по изоляции, 14 дней бы хватило. Так как мы все еще работаем над нашей эволюцией, от живого существа к человеку, поэтому мы продлеваем меры по изоляции. Я уверен, что среди людей, находящихся в экономическом кризисе, сейчас много расстройств. Некоторые переживают кризис только в голове. Но разные люди находятся в разных состояниях обеспокоенности. Мы должны отметить, что в Индии, по сравнению с любой другой страной, граждане этой страны добились большего успеха, чем кто-либо другой на планете.
в плане эффективности изоляции. В настоящий момент распространение инфекции ограничено лишь несколькими частями Индии. Почти 20% из всей статистики, из того, что происходит в результате действия вируса, как с точки зрения количества инфекций, так и количества смертей, 20% приходится на Мумбаи. Мумбаи, Ахмедабад, Дели. Если сложить их, получим 60%. Небольшое количество округов, порядка 14 или около того, составляют почти 85% области заражения. Остальная часть страны в основном здорова. Это означает, что они хорошо поработали над режимом изоляции. Спасибо полиции, врачам, но прежде всего, спасибо всем гражданам, которые поддерживали дисциплину и не позволяли вирусу распространяться в огромных масштабах среди такого огромного количества населения. Но все же продление режима изоляции — это очень непопулярное решение, которое вынуждено принять правительство. Оно является и социально, политически, и экономически очень разрушительным решением. Но они должны принять его, потому что если сейчас позволить этим нескольким городам с максимумом заболевших, если позволить им открыться, они заразят всю страну в следующем месяце. Поэтому мы снова погружаемся в этот процесс изоляции. Это больно для людей, больно для всей страны. Несмотря на это, мы принимаем такое решение. Я хочу по достоинству оценить это, потому что раньше в основном мы всегда жаловались на то, что в этой стране правительство принимает популистские решения, даже если в долгосрочной перспективе они принесут вред. К счастью, с этим вирусом они принимают абсолютно разумные решения, которые явно не популистские, и даже их нельзя назвать популярными. Но они принимают такие решения. И центральное правительство, и правительство почти каждого штата. И самое лучшее, что на уровне районов, деревень, даже на таком уровне, администрация очень хорошо понимает ситуацию. И они проделывают замечательную работу. И это прекрасно. В процентном соотношении к населению, я думаю, что Индия сделала все максимально хорошо в плане количества населения, сколько у нас случаев инфекции и сколько случаев со смертельным исходом. На данный момент мы лучше всех, и мы должны остаться на таком уровне. Поэтому снова карантин. Я знаю, что мечты многих людей о праздновании 4 мая испарились. Но не нужно думать о таком праздновании даже 17 или 18 числа. Вы можете хлопать в ладоши. Это хороший способ отпраздновать. Можете хлопать так, 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 как хотите. Но не праздновать в обычном смысле этого слова. Идти на вечеринку, обниматься, целоваться при встрече. Нет. Это нужно прекратить на какое-то время. На долгое время. Я бы сказал, на следующие 6 или 9 месяцев, или даже 24 месяца. Но вы так делали всю свою жизнь. В чем проблема перестать на какое-то время? Все эти вещи вы придумали у себя в голове. И думайте, что что-то идет не так. На самом деле все нормально. Вы будете здоровы, все будет хорошо. Даже для духовной садханы это очень благоприятно, если держать физическую дистанцию с людьми. Это очень хорошо для духовного искателя. Если существует эта дистанция, это хорошо. Потому что одно из измерений духовности — организовать свои энергии, как кокон вокруг себя, чтобы они были с вами везде, куда бы вы ни пошли. Поскольку дело не только в распространении вируса, но и в том, что вы не хотите набирать новую рунанубанду. Вы не хотите набирать ненужную кармическую субстанцию отовсюду.
Так что для тех из вас, кто находится в духовном поиске, и тех, кто нет, пришло время сделать это, потому что смысл духовности не в том, чтобы попасть в рай, но в том, чтобы обратиться внутрь себя. Если я обращусь внутрь, что я получу? Все. Потому что все, что вы когда-либо знали, радость и несчастье, боль и наслаждение, агония и экстаз, все это и многое другое происходило только внутри вас. Если рай и существует, он существует только если вы почувствуете его в себе, иначе его нет. То, чего вы не испытываете, для вас не существует. Все настолько просто. Так что смысл в том, чтобы обратиться вовнутрь и развить это на полную. Если я разовью это на полную, что я получу? Вы сможете жить. Иначе, в таком составе, в этом теле, где жизнь и смерть происходят одновременно, это живая смерть. Проживаете ли вы эту жизнь как смерть или как жизнь, определяется тем, насколько вы усилили свои жизненные энергии. Когда я говорю, насколько в вашем переживании это похоже на жизнь или на смерть, я имею в виду, когда вам страшно, это в какой-то степени смерть. Тревога — еще один вид смерти. Стресс — другой вид смерти. Вы умираете большую часть времени или живете? Если вы можете определить это, чего же еще? Вы хотите золотую медаль? Что ж, вы можете получить золотую медаль, но вам нужно будет носить ее. Я подумываю о том, чтобы в конце всего этого, если вы пройдете этот карантин эффективно, я думаю, сделать для каждого из вас по золотой медали. Единственное условие — вы должны носить ее все время. Я очень щедрый человек. Я не буду размениваться на мелочи. 25-килограммовая золотая медаль. Чистое золото. Чистое золото. Но вы должны носить ее постоянно. Вы почувствуете боль золота. Я хочу сказать, что наши приоритеты были совершенно неверны. Один человек сказал мне 3 дня назад, «Садхгуру, у него золотое сердце». Я сказал, «Мне такие люди не нравятся. Мне нравятся люди, у которых сердце бьется. Я не люблю золотые сердца. Что мне делать с золотым сердцем?» «Нет, Садхгуру, у вас золотое сердце». Я сказал, «Нет». Я не хочу быть монументом с золотым сердцем, которое не бьется. Мне нравится сильное сердце, которое бьется как следует, стабильно и легко. Мне нравится такое сердце. Я не хочу золотое сердце. В наших головах что-то полностью испорчено. Здесь, в Тамилнаде, когда рождается ребенок, это очень распространено. Что означает мое золото». Вы хотели родить кусок золота, а получили комок плоти. Но преимущество плоти в том, что она растет. Золото вы растопите. Потому что вы будете делать, если, допустим, родите ребенка из золота? Что вы будете делать? Кто-нибудь отломит руки, ноги и расплавит их. Вы не расплавите его целиком за раз, вы будете делать это по частям. Однажды в Луизиане жил один человек. Однажды к нему пришел гость. В гостиной тот увидел свинью, у которой не хватало одной ноги. А когда зазвонил телефон, свинья подошла и взяла трубку.
Она сказала: «Нет, мистер Джонсон занят». Этот парень был в шоке. «Что? Свинья говорит по телефону?» Тот говорит: «Да, она очень хорошо говорит. Она даже заботится о моих налоговых декларациях. Это очень хорошая, очень способная свинья». «Правда? Вот это да! Свинья работает у тебя в приемной, выполняет работу секретаря, заботится о бухгалтерии, налоговых отчетах. Вот это да! Какая замечательная свинья! Но как так получилось, что она потеряла ногу?» Тот отвечает: «Сам подумай, такая драгоценная свинья, кто же захочет съесть ее всю за один раз?» У вас есть привычка придавать чему-то ложную ценность. Люди сходят с ума из-за экономики. Да, есть экономические проблемы, но вам не нужно сходить с ума. По крайней мере, ваш бизнес не сгорел, ваш дом не разбомбили, ваш офис не разрушен. Все на месте. Единственное, вас там нет. Птицы этим наслаждаются. Если после тысячи лет жизни здесь, за 6 недель, что мы будем отсутствовать, все постройки будут разрушены до основания, исчезнет сама цивилизация, которую мы создали, скажите мне, что за жалкую цивилизацию мы построили? После тысяч лет существования здесь, в течение 6 недель все, что мы создали, будет потеряно. Что же будет? Мир никогда не будет прежним. Такие рассуждения происходят повсюду. Нет, все будет, но немного. Мы всегда так делали, для нас ничего не изменится. Мы не сможем проводить большие программы. 8, 10, 25 тысяч человек не смогут собраться. Ничего страшного. На какое-то время это ничего. Нам придется изменить многое, что мы сейчас делаем. Поэтому каждому также придется измениться в зависимости от своего бизнеса. Будут ли у нас экономические проблемы? Очень даже. Будут. Здесь у нас тоже будет много экономических проблем, поскольку есть много обязанностей, которые мы должны выполнять, несмотря ни на что. Но нет никакого дохода ниоткуда. Это справедливо для различных учреждений, образовательных учреждений, предприятий, малых предприятий, крупных предприятий и самого правительства. Нет дохода. Поэтому один из важных аспектов — поддержать сельскохозяйственную деятельность, чтобы даже если у нас не будет денег, у нас была бы еда. Было бы пропитание. Как только вы хорошо поели, жаловаться больше не на что. Да. В тамильской культуре, если вы придете в деревню, они не спросят вас: «Как дела?» Они спросят: «Саптингла?» Что означает: «Вы поели?» Потому что если вы поели, какие еще у вас могут быть проблемы? Все остальное только в голове. Как только вы поели, какие еще у вас могут быть проблемы? Это единственная экзистенциальная проблема. Все остальное — разные психологические случаи. Все они найдут свой порядковый номер. Когда 101 вид психологических случаев соберется в одном месте, они все превратятся в большое движение. Все психи — большое движение. Вы можете дать этому множество замечательных названий, но по сути никто в вас не стреляет, и желудок полон. Те люди, которые не могут наполнить желудок, если даже на это у них нет средств, о таких людях мы должны позаботиться. Не проблема, если вы выращиваете еду, правительство может купить все у фермеров в кредит и распределить в кредит. Вы едите сегодня, платите потом. Ешь сегодня и плати через год. Или ешь сегодня и забудь об оплате. Только для фермеров вы платите то, что им нужно, потому что они дают вам еду. Остальные могут просто есть, медитировать, делать все, что мы должны делать. Как я сказал, каждый из вас получил еще 15 дней.
вы должны стать на 10% более здоровыми, на 10% умственно более способными, на 10% эмоционально более стабильными, на 10% более компетентными в том, что вы делаете в своей жизни. Вот это да! Какая страна и какой мир у нас будет? 10%. Знаете, что это значит? Произойдут огромные изменения. Так что не нужно жаловаться. В этот раз, в эти 15 дней, мы должны сделать это по-настоящему хорошо. Но проблема в том, кто должен это делать. Шанкаран Пиллай переехал жить в Техас, и там женился на католичке. И вот карантин. Иначе обычно по дороге на работу он останавливался у первого же Старбакса, брал свой кофе и шел в офис еще до того, как просыпалась его жена. Сейчас же он дома. И разразился спор о том, кому утром готовить кофе. Жена сказала: «Ты просыпаешься раньше, чем я, так что тебе и готовить кофе». Шанкаран Пиллай сказал: «Нет-нет, у нас, там, откуда я родом, в обязанности женщины входит пойти и разжечь утром огонь в печи. Мужчина не должен этого делать. Это традиция». Она говорит: «Не знаю никаких традиций. Ты встаешь раньше, значит, ты и готовишь кофе». Начался такой спор. Затем она сказала: «Хорошо, к твоему сведению, это не только мое мнение. Даже в Библии сказано, что ты должен это делать». «Что за чепуха? Как Библия может сказать мне, что я должен варить кофе? Я не верю этому. Покажи мне». Она принесла Ветхий Завет и показала ему страницу, где сверху было написано «Хибрю». «Он варит». Так что он варит. Итак, кто должен привести самоизоляцию в действие? Премьер-министр, министры, местная полиция? Нет. Это должны сделать мы с вами. Вы должны убедиться, что в дальнейшей изоляции не будет необходимости. Мы должны сделать ее настолько абсолютной, чтобы чертову вирусу некуда было деваться. Да. Какие бы неудобства у нас ни возникали, мы должны следить за тем, чтобы вирус не передавался от одного человека другому. Если мы выполним эту самоизоляцию на 100%, он исчезнет. Мы все время думаем, что люди этого не сделают. Хотя бы раз, почему бы нам не показать, что мы можем это сделать? Если мы сделаем это, то сможем вернуться к нашей деятельности как можно быстрее, восстановить то, что потеряли, создать достойное место для жизни. И прежде всего, если мы просто сделаем это, изменится наша жизнь, изменится то, как мы живем, если абсолютно каждый гражданин сможет эффективно соблюдать изоляцию, убедиться, что если у тебя есть вирус, я его не получу, если он есть у меня, никто больше его не получит. Изоляция не означает, что вы должны закрыть рот. Вы все еще можете говорить. Да? Если вы приедете в центр Йогиша, мы закроем и его тоже. Сейчас изоляция не означает, что вы должны закрыть рот. Вы можете болтать сколько угодно, все равно у вас с собой есть телефон, и вирус не передается по сотовой связи. Это точно. Единственное, что если он у вас есть, я не должен его получить. В случае, если вирус есть у меня, никто другой не должен получить его. Вот и все. Вот и все, что значит изоляция. Не думайте, что это какой-то грандиозный механизм. Это значит, что вы не должны быть транспортом для вируса. Если каждый из вас просто возьмет это на себя, все кончено. 15 дней. Все, у кого есть хоть какая-то работа, сможет прокормиться эти 15 дней. Если у кого-то действительно нет средств, то многие люди, в том числе и мы, а также по всей стране многие предоставляют еду и в гораздо больших масштабах.
Никто не должен голодать в 21 веке. Поскольку есть транспорт, есть доступ, есть связь, мы можем гарантировать, что никто не останется голодным. И как только желудок наполнится, саптингла, чего же еще? Вот и все. Потому что еда — это экзистенциальная проблема. Как только мы об этом позаботимся, остальное — это просто психологическая чепуха. Научитесь с этим справляться. Эти 15 дней могут стать для вас феноменальным временем, когда вы должны научиться справляться с любой ситуацией, которая случается в жизни. Сейчас самое время научиться этому. Это очень важно. Не пытайтесь сориентировать мир на свои потребности. Станьте такими, что, что бы ни происходило в мире, у вас все равно все хорошо. Сделайте себя пригодным для этого мира. Это важнее, чем пытаться изменить мир под себя. Вы никогда не добьетесь того, чтобы мир стал подходящим для вас. Вы должны стать такими, чтобы, каким бы ни был мир, вы будете вписываться в него и по-прежнему делать все, что в ваших силах. Это хорошая возможность учиться. Мы называем это войной. Мы называем их воинами. Премьер-министр в недавнем обращении назвал каждого гражданина борцом с коронавирусом. Борец — это тот, кто постоянно сталкивается со смертью. И поэтому все преклоняются перед ним, потому что он сознательно рискует своей жизнью. Он может умереть в любой момент. Вот что значит война. Если бы это было похоже на индийское кино или любое другое кино, в котором мы могли бы вести войну, могли бы убить всех вас, а в конце фильма вы бы встали и ушли, тогда война — это здорово. Проблема лишь в том, что гибнут люди. Вот что ужасно. В нашем случае идет война. Никто не стреляет, ваш дом не будет разрушен, ничего не случится. Все, что вам нужно делать, это держаться на расстоянии 2 метра от любого человека в течение 15 дней. Убедиться, что вы не заразитесь вирусом. Если вы заразитесь, убедитесь, что не заразится никто другой. Вот и все. Сделаем так, чтобы это произошло. Вопрос от Ашока Кумара. Намаскарам, Садхгуру. Я хочу знать, почему вообще было создано это творение. Я этого не делал. Он что, меня обвиняет? А также, почему тому, кто был создан, не была дана свобода знать природу своего существования? Тот, кто создан. А, не создатель. Тот, кто создан. Если бы у вас не было возможности познать природу собственного существования, зачем тогда мне тратить на вас свою жизнь? Какой в этом смысл, если бы не было этой возможности? Не имеет значения, каким бы глупцом вы ни были, все равно существует возможность. Вот зачем все эти усилия. Иначе какой в этом смысл? Духовный процесс означает, что вы не списали ни одну жизнь, потому что каждая жизнь — это возможность. Кто-то такой, кто-то такой, кто-то такой, кто-то выглядит глупым, кто-то умным. Неважно. Общество выносит такие суждения, но как у жизни, у него достаточно разумности, чтобы существовать. Потому что для существования нужно много разумности, столько всего функционирует. Не одна или две вещи, происходят миллионы и миллионы процессов. Если у вас есть интеллект, чтобы существовать, у вас есть интеллект, чтобы познать. Но вы немного рассеяны. Вы не научились использовать свой интеллект, так что он приносит вам небольшую головную боль. Если у вас болит голова, когда я говорю «головная боль», я не имею в виду головную боль от вируса.
Я говорю о том, что вас что-то беспокоит. Если вас что-то беспокоит, это значит, у вас достаточно интеллекта, чтобы создать для себя беспокойство. Если вы знаете, как создать проблему, которой не существует. Скажите мне, для чего нужно больше усилий? Чтобы создать что-то трудоемкое или чтобы ничего не создавать? Очевидно, что создание чего-то, создание всех этих измышлений в вашем уме требует много интеллекта и усилий. But this is a way, if I give you a screwdriver, если я дам вам отвертку, чтобы вы сделали какую-то простую работу здесь, вы вставите ее в ухо и подумаете, это неплохо, это сработает на какое-то время. Затем подумаете, сделайте так, но однажды что-то случится с глазом. Вот и все, что с вами происходит. Это может звучать как нелепость, но так все и происходит. Это все, что вы делаете с собой. Я много раз говорил, если мы удалим половину вашего мозга, вам не нужна будет духовность, вы будете сидеть умиротворенно. Рот может немного открыться, но в чем проблема? Но вы станете умиротворенными. Проблема не в том, что у вас недостаточно интеллекта, чтобы познать. Ваша проблема в том, что вы не задействовали его. Почему Создатель не может задействовать его за меня? Как вам такое? Мы даем вам лошадь и даем вам две ноги, чтобы вы могли на ней ехать. Нет, почему бы вам не поскакать на ней за меня? Что это такое? Если вы останетесь нерожденными, тогда Создатель позаботится обо всем. Источник мироздания позаботится обо всем, если вас здесь нет. Из-за того, что вы здесь, вам дали роль. Даже маленький муравей — это проблема. Некоторые люди комментируют приведенный мной пример про муравья и человека, потому что есть люди, которые воспринимают примеры буквально. Если я скажу «муравей и слон», да о чем он говорит? Как муравей и слон связаны друг с другом? Они же принадлежат к разным видам. О чем он вообще говорит? Я же не говорю, что они поженились. Даже если взять, например, самое маленькое существо, а ведь есть существа намного меньше муравьев, вирус, конечно же, но обычно муравей ассоциируется с маленьким размером, потому что муравьи распространены везде. Возможно, люди, живущие в квартирах, никогда не видели муравья, поэтому думают, что я говорю о каком-то неведомом существе. Но для всех остальных, кто живет на этой планете, муравьи встречаются повсюду. Такое маленькое существо — и вы, если посмотреть на него. Муравей тоже хочет заниматься своими делами. По-своему, каким бы маленьким мозгом он ни обладал, он хочет заниматься своими делами. Если он идет куда-то, а вы перекрываете ему дорогу, тогда вы увидите. Я потратил месяцы, пытаясь понять этих муравьев, и был поражен их интеллектом и способностью к выживанию. То, как они всем управляют, просто невероятно. Их чувство дорожного движения. Всем жителям Бангалоры нужен мастер-класс от муравьев по передвижению. Они передвигаются вот так. Никто не сталкивается друг с другом. Они просто передвигаются таким образом. Я был настолько поражен, я потратил много времени. Просто кладешь руку вот так, он хочет пойти своим путем. Он не изменит свой маршрут и не свернет куда-нибудь. Он пойдет так, вот так и пойдет так, потому что он хочет делать это по-своему. Такова природа жизни. И не только он, но каждое существо отражает щедрость творения. Вам был дан индивидуальный опыт.
Просто представьте, если бы у вас не было неврологической системы. Скорее всего, у вируса нет индивидуального опыта, потому что у него нет неврологической системы. Мы не знаем, но я предполагаю, что он не получает индивидуальный опыт. Вероятнее всего, его существование является коллективным. Но мы наделены индивидуальным опытом. Все мы слеплены из одной почвы, но когда мы сидим здесь, мы переживаем индивидуальный опыт, а это не какая-то мелочь. То, что мы переживаем индивидуальный опыт, это самое ценное в нашей жизни. Когда вы наделены индивидуальным опытом, разве не вам решать, как использовать свой интеллект, как управлять им, чтобы познавать? Обладаете ли вы необходимым уровнем интеллекта, чтобы знать? Конечно. Как я уже сказал, если у вас есть интеллект, чтобы существовать, у вас есть интеллект, чтобы знать. Но поскольку вам сказали, что вы попадете на небеса, вы бережете его, чтобы использовать в другом месте. Но мы сжигаем ваш мозг, когда отвозим вас в крематорий. По крайней мере, в крематориях Иши сжигают даже мозг. Так что если вы храните его, чтобы забрать с собой туда и воспользоваться им там, наверху, ничего не получится. Мы сожжем его здесь. Мы не знаем, получите ли вы мозг там или нет. Да. Поскольку здесь он у вас не работает, вы хотите отправиться в другое место. Пришло время заставить энергию вашего тела и ума работать на полную мощность уже здесь и уметь контролировать ее и направлять туда, куда вы хотите. Сейчас вы ее просто расплескиваете. Ваш интеллект просто расплескивается и вызывает хаос как у вас самих, так и во всех вокруг вас. Да? Так что не то, чтобы мироздание не дало вам инструмент. Он у вас есть, вам просто нужно использовать его. Если не используешь его, то используешь против себя. Карантин, карантин, карантин — так вы издеваетесь над собой. Если хотите знать мое мнение, то карантин — это величайшее, что случалось с вами в жизни. Когда еще у кого-нибудь был отпуск в 6-8 недель. Но мне никуда не сходить. Дело не в этом. У вас есть время. Вы можете сделать столько всего. Сколько всего вы можете сделать с собой и с тем, что вокруг вас, с людьми вокруг вас. Сегодня я разговаривал с офицерами полиции. Они говорили, что даже в Ченнаи растет частота случаев домашнего насилия, потому что вы не знаете, как быть. Вы избиваете друг друга. Это просто чепуха. И это люди, которых вы называете своей семьей. Всего наилучшего. Если вы так обращаетесь со своей семьей, всего наилучшего. Вы их бьете, потому что это ваши близкие. Так вы их любите? Тогда, может быть, комары тоже являются вашей семьей? Наверное. Вот почему вы их прихлопываете. Пришло время научиться управляться с собой. У вас есть 15-16 дней. Много времени. Если вы ничего не можете придумать, по крайней мере, пройдите онлайн-программу внутренней инженерии. По крайней мере, научитесь справляться со своими мыслями и эмоциями. Если не научитесь управляться со своей энергией, что может занять немного больше времени, по крайней мере, сделайте ваши мысли и эмоции такими, как вы хотите. Если вы этого не сделаете, как вы можете ожидать, что ваша жизнь будет стоить чего-то? Вы цените только свою золотую медаль. Сегодня я вам дам золотую медаль, которая на 500 грамм тяжелее, чем у другого человека. У вас на 500 грамм больше золота, чем у человека рядом с вами. И вы чувствуете себя прекрасно. Это все культивированная развращенность. Но пришло время научиться справляться со своим интеллектом. У каждого достаточно интеллекта, чтобы знать, как жить. Yoga Yoga Yogeshwaraya
Вишварая, Калакалакалешварая, Шива Шива.